Стремиться к успеху, опираясь на исключительный талант и работоспособность сотрудников. Такую стратегию выбрало для себя предприятие по производству чая и кофе «Май», чья доля на российском рынке составляет 20%. По объемам продаж «Май» входит в топ-2 чайных компаний. Производственные цеха находятся в городе Фрязино. Выезд на предприятие организовала Щелковская торгово-промышленная палата. Цель – обменяться опытом внедрения технологий бережливого производства на заводах Щелково, Лосино-Петровского и Фрязино в рамках нацпроекта «Производительность труда». Первое, что бросается в глаза – четкий контроль на всех этапах производства. Прослеживаемость товара, начиная от подачи сырья и заканчивая выходом готовой продукции в адрес клиента. «Май» – одна из первых компаний в России, которая начала внедрять Lean Production – бережливое производство. Каждый сотрудник мотивирован развиваться в команде, выполнять задачи согласно самым высоким стандартам качества. Те, кто предлагает полезные идеи, получают вознаграждение. За 2021 год у нас было подано 35 идей. Потенциальный экономический эффект принесли. Ну, чуть-чуть мы не донесли, 33 миллиона рублей. Не вкладывая практически финансирование. Мы находимся в цехе фасовки продукции. Здесь внедрены элементы бережливого производства. Каждый сотрудник знает четкий алгоритм действий по минимизации всевозможных потерь. Стопроцентная вовлеченность персонала в работу, четкое распределение обязанностей и зон ответственности на участках производственных линий в конечном итоге экономит и время, и средства. Эффективность, другими словами, доступность машины составляла 85%. После внедрения и кропотливой работы всеми участниками команды эффективность машины стала составлять 89,9%. За ценным опытом на производство приехали руководители крупных предприятий, таких как Русская бакалейная компания, завод «Архимед», «Царицын Эталон», заместители глав администрации муниципалитетов, курирующие производственные направления. Предприятие действительно, майский чай очень крупное, очень выстроено весь производственный процесс. И, конечно, благодаря программе, которая у них внедрена, бережливое производство, они минимизировали свои риски, увеличили и производительность труда, и прибыль компании. Конечно, такие встречи очень важны для наших промышленников. Нельзя, чтобы перемены внутри компании отставали от перемен во внешнем мире. И они держат до сих пор это слово и идут в ногу со временем. И это всегда, конечно, удивляет, поражает, то есть насколько им это все удается. За последние 3 года, благодаря Lean Production, компания «Май» увеличила объемы выпуска продукции на 25,9% до 22 тысяч тонн в год. Планка на 2022 – добиться эффективности в 91%, что сопоставимо с показателями ведущих компаний Японии. Михаил Наютов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.